think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, я добрался до аккаунта победителя, и у нас аккаунт Семена, и сегодня мы угадал количество карт, выполнил все условия на русском сервере. Аккаунт, ну там слегонца был донатный, то есть у него реально нету дофигища героев. Я говорил, я буду смотреть по героям, которого героя можно дособирать. И сегодня, в принципе, как раз неплохо. Ну вот Вольт, Зефир, Механоид. Я вам говорил, какой герой самый востребованный. В итоге мы решили, точнее я решил сегодня у него забрать вот такие вот плюшки. 6 мешков. Понятно, нам этого скорее всего не хватит. Но здесь вторые мешки. Возможно, еще доберем. И плюс... Помимо этого, также сегодня есть накопление, и, как по мне, офигенное накопление. Ну, по сути, это все забирается за один пак. Чик. Вот такие вот плюхи, еще сундуки, скины. Довольно-таки неплохо, я считаю, для начинающего аккаунта. Самое основное, это вот это вот сундучки. Так, окей. Поехали, сейчас это все добро пооткрываем с вами. И... посмотрим, что в итоге у нас получится. Куча скинов, как видите, получили. Ну, пятый для книжечек, самый топчик. 400. Нормально книг получили, 1000 книг. Так, тут у нас падают... насмотра. СО, в принципе, смотрите, как СО падает, офигенно. Ну, по расходникам это самая выгодная тема на сегодня. Так, отлично. Грубая сила. Карточка еще даже есть. Еще сейчас карт натащим. Расходников реально для прокачки одного героя хватает вполне. Так, Фрэнк. Фрэнк, Хрон, Малыш Ник, Всадник и... Заклинательница. Ну, посмотрим, что у него тут. Фрэнк есть, Малышник однозначно есть, Бард есть, ну я даже догадываюсь откуда, с какой акции. Так, отлично, хорошо. Дуэлянта, кстати, странно нету. С этим разобрались, поехали дальше. А дальше у нас, кстати, давайте акции чекнем, что там на русском сервере. Авиар, Фонтан. Как обычно, нифига толкового нету. Сфера дракона. Божество, ну, в принципе. Пепельная Матрона. Ну, их дешевле купить, наверное, нежели в этих акциях собирать. Да, на русском, как обычно, все печально в среду. Рулетка удачи. Вообще без попыток. Рубашка вверх. Единственное, что на русском мне нравится, это сокровищница. В последнее время у гемасики 150 гемов. А в последнее время хоть герои падают интересные. Так, открыть сундук еще. Какая-то акция. 300 самоцветов. Но тоже, смотрю, есть возможность. Тут у вас самики хорошо поднимаются. 1500, нифига себе. 300, нормально самого отсюда подняли, кстати. Вот так вот. 2250. Странно, что они сюда падают, а не на этот.
Такс, поехали дальше. По обликам. Фрейка, новый облик. Хрон, новый облик. Анубис, новый облик. Отлично. Зефир у него был собран. Оккультист тоже собран. Так, а ну-ка давайте посмотрим по расходникам, что у нас получилось. 90 как кулаков. Неплохо. Это неплохо. Скины. Сейчас еще чекнем скины на здание. Добили здание. Все, остальные все есть. Такс. Сумочки. Нормально, и коробки есть, и такие коробочки есть. Питомцы, кстати, суперпэтаны. У него тут расходников с суперпэтами маловато. Ну что, поехали. Будем открывать по чуть-чуть. 10. 15. 10. Ну, по минималке вообще дают. 20. 20, вообще по минималке, 100 нам не дало даже. Так, а у него же должны быть еще осколки. Сейчас посмотрим, что у него делается. Я завтыкал, смотрел. Итого мы получили. У нас сейчас 130, я не знаю, сколько, где-то, наверное, 50, по-моему, или 60 у него было. Ну, по сути, фигню получил, честно скажу. Хотя 6 сумок в основном падает за 10. Поехали дальше. Поехали дальше грабить. Ну, Зефир на сегодня, как по мне, самый востребованный герой со всех, что есть в игре. И самый нужный. Ну, конечно, накопление на русском сервере такое себе. Плюс 35. Так, итого у нас получилось 165 осколков. Ну все, в принципе, я думаю, надеюсь, следующий наш заходик будет уже окончательным. Все равно я думал, что со вторых сумок реально больше. Может, надо было просто все вместе открывать. Ну хотя, в принципе, 10-12 сумок уходит на вторых в среднем, чтобы получить. Ну плюс у него еще были осколки. Такс. Ну какое не установлено? Куда ты заходишь? Да блин. Ну вот это пипец. Заходит весь нам праздник портит. Плюс 35. Жесть. Вот просто жесть. Ровно тютелька в тютельку. Ну что, поздравляю. Зефир на аккаунте есть. Ну, это, в принципе, самый такой нужный, востребованный герой. Открыть. Окей. Такс. Отлично. Отличненько. Кстати, гильдия находится. Гильдия Феникс. Кто играет, вступайте. БГ проходите обязательно, иначе кик. Такс. Поехали сюда, посмотрим, что у него тут делается. Ой, хорош. Ну, герои есть. Водушки, правда, зачем качать было, я не знаю. Но в основном, смотрю, герои хорошие. Такс. Талант. Можно, в принципе, ну, этот вальс до одного места, честно говоря. Сюда надо огненку однозначно ставить. Вальс вообще бессмысленный, как по мне, в плане комета. Можно, кстати, комету потестировать. Ничего себе, нормально выпал.
Ну, теперь у него скины есть, поэтому еще многим героям, кстати, та же самая Фрея. Сразу пактик зарядим на дамаг. Он уже дальше сам. Ничего себе, пакты на русском начали падать. Дальше уже сам будет разбираться. В принципе, все вот так вот, ребятушки. Не все так просто, как казалось. Но я думаю, этот герой самый нужный и востребованный. Он реально того стоит. Это у него с воодушкой на деф стоят. Такие герои. Ну, Барта на деф, ну, вообще бессмысленно, как по мне, ставить. Он никакого толку в себе не несет. Так, где там его новое детище? Зи просто. В принципе, я не знаю, что он скины не прокачивает. КГшек-то хватает. Слизней есть дофигища. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, еще плюс один. Зефир на русском сервере. Всем удачи, всем пока.